Мы, раз уже про фестивали заговорили, в конце июля, по-моему, 26 числа будет еще «Русское поле» фестиваль, в котором... А 18-19, Женечка, будет мой фестиваль? Д-Д-Д. 3D, да. Режим добрых дел, да. Да, расскажите и про то, и про другое мероприятие. Ну, у нас уже четвертый, у нас уже две национальных премии. То есть у нас все волонтеры, коллективные, одиночные, там следопыты. Все, кому не имется, короче, в этой жизни, и которые хлебом не корми, дай что-нибудь доброе поделать для других. Это очень важно. Не для себя. А после этого уже в конце 26 июля «Русское будет поле», «Русское поле», да. Вот я там пою песню знаменитую «Путь» с хором. Рассказывать не буду. Ну, как можно музыку рассказать? Приходите, услышите. Придем, услышим. Приходите. Придем, услышим обязательно. Вообще, знаете, обидно, что у нас в России, в такой певучей стране, вот в маленькой Прибалтике, там Певческое поле, да, там эти вот состязания хоров. Ну, да, вы еще про Финляндию хоров. Расскажите. Вы любите про Финляндию рассказывать, что в Финляндии 1500 рок-групп. Там. Да, люблю, да, да. Нет. 15 рок-групп ежегодно финансирует государство. Да, ну это вот 1500 у них действующих команд есть. И, конечно, очень здорово вообще организовать хороший большой хоровой фестиваль в России. Давайте кинем клич. Народ! Давайте организуем такой фестиваль. Кидайте клич. Будем кидать фишку, да. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».